Тимерия победит! Да! Да! Несомненно, это идея. Вот так удача, ведьмак. В моем родном Боклере, что в герцогстве Тусент, один ведьмак как-то целый день проплясал с одной чародейкой. Это был не я, госпожа. Я очень плохо танцую. А что, разве у всех ведьмаков белые волосы? Нет, госпожа, только у меня. Ну, наверное, я что-то спутала. В любом случае, у меня есть к тебе некое дело. Чем я могу помочь? Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Требьем. Мон дьё, внутри... Кузены недавно бежали из города в связи с некоторыми... неудачными обстоятельствами. Они впали в немилость у короля? В некотором роде. Я хочу послать им немного денег, чтобы облегчить их положение. Понимаешь? Прекрасно понимаю. Я стану посланцем за соответствующее вознаграждение. Ох, парфе. Мои кузены Корбен, Бюзе и Ромеро нашли убежище в болотах в пещере. Пожалуйста, доставь каждому из них 300 аренов. А мое вознаграждение? Мои кузены дадут тебе по расписке. Отнеси их в старую Вазиму, Жан-Пьеру, капитану наемников. Это мой жених. Он тебя вознаградит. Прощай. Я бы хотел вернуться в Изиму. Вы готовы, сударь? Да.
Дар Божий, Шанни рассказывала про тебя. Мы встречались в лечебнице Лебеды в храмовом квартале в Изиме. Я слышал, у Шани своя больница. Мы пытались пробраться туда, но в одиночку нам не справиться. Рыцари Ордена из Каятаэли дерутся за каждую улицу и площадь. Кто не с нами, тот против нас. Я рад, что не полез в эту войну. Ты поможешь нам добраться до больницы? Держитесь поближе ко мне. Я попытаюсь избежать стычек, но все возможно. Совсем нет сил. Опасно. Спасибо. Без тебя мы бы не справились. Эти мясники наверняка напали бы на нас. Рад помочь. Какой прок от войны, если больше всего страдают добропорядочные жители Изимы? Большинство жителей плевать на Орден и на эльфов. Им нужен мир. Окончательное решение. Переломный момент. Я отыскал правильный путь. Не стоит умирать за идею, особенно если в ее основе лежит ненависть. Я выбрал нейтралитет. Я ведьмак. Мое решение не всем пришлось по душе. Мы можем тебе помочь?
У нас много работы, но я найду для вас время. Ну, не сейчас. Шани нас убьет. Она немного ревнива. Понятно. Счастливо, девочки. Привет, ведьмак. Ты устроила лечебницу. Ты всегда был наблюдательным. Мы можем поговорить. Может, и не заметил, но у меня куча дел. И к тому же я не заслуживаю твоего доверия. О чем нам можно говорить? О чем ты говоришь? О Бальвине. Ты ясно дал понять, кто достоин доверия ведьмака, а кто нет. С кем можно время от времени переспать, а кому доверить ребенка? Но... Довольно. Раненым нужна моя помощь. Мастер, вы ведьмак? Да, в чем дело? Мастер Геральт, монстрица убивает людей! Что произошло? Стрыга появилась у башни! Меня послали за ведьмаком, 5 солдат уже прикончила. Помогите. Где эта башня? Ну это та самая высокая башня, белки ее подожгли, не заблудишься. Come on!
Наконец-то! Чудовище погибло. Что ты здесь делаешь? Говорили, солдаты пытаются Стрыгу убить. Вот и мне захотелось взглянуть на знаменитую вызимскую принцессу Стрыгу. Правда, это вовсе не Стрыга. Все же очень интересный экземпляр. Успокойся, Калькштейн. Я заплачу солдатам, чтобы они отнесли останки в мою лабораторию. А там я... Постой-ка. Если это не Стрыга, то кто это? Уж точно это не пузатый трактирщик на Сибачка. Плод алхимии, генетики, биологии и черной магии. Мутант. Как и ты сам. Мне не терпится исследовать это существо. Как и я? Вроде того. Магия и алхимия ускоряют процесс мутации. Побочные эффекты выходят из-под контроля. Это нечто очень мощное и быстрое. Чтобы узнать больше, необходимо произвести вскрытие. Кажется, я знаю, кто за этим стоит. Ты в курсе, откуда взялось это существо? Солдаты сказали, оно появилось с кладбища на болотах. Слушай, я взял этот свиток, думая о Стрыге. Но тут может быть лучшая добыча. Если собираешься убить Стрыгу, то по этому рецепту надо приготовить мощный эликсир. Саламандры позволяют себе жуткие вещи. Ускоренная мутация и эксперименты на людях – дело грязное. И все это делается на основе ведьмачьих тайн. Которые вы хранили годами, не поддавшись ни одному соблазну? Поздравляю! Хорошо, но как насчет настоящей Стрыги? Если солдаты ошиблись... Я слышал слухи, что на болотах творится что-то неладное. Что за слухи? И покороче. Говорят, у старой часовни найден чей-то труп. Кишки что-то растащило на всю длину. То есть 6,5... И 1,5 метра. Спасибо. Что случилось со Стрыгой? Ложная тревога. Какой-то мутант нападал на солдат. Помощь нужна? Не больше, чем всем остальным. Позволь мне решать. Шани. Ты цел? Ты не боишься членов Ордена или эльфов? И те, и другие могут подумать, что ты лечишь их врагов. Для меня они не враги, а просто ранены. В нашей лечебнице расы и политические убеждения не имеют значения. Я это поняла под Бренной. Русти лечил и нильфгаардцев, и своих. Даже прикрыл пациента своим телом, когда появились эльфы. Когда они придут сюда, надеюсь, мне хватит смелости защитить моих больных. Уверен, что хватит, Шани. Хотя я бы предпочел, чтобы ты бежала, а не пыталась жертвовать собой. Приятно слышать. А почему ты мне это говоришь? Милетели, что это за звуки? Вижу, вы людей лечите? Мы их ранили, чтобы они умерли, а вы их лечите? Странная логика, и совершенно не в наших интересах. Вон из моей лечебницы. Можете сколько хотите убивать друг друга на улицах, а сюда соваться не смейте. Шани, берегись. Убейте Донни. Они хотели убить раненых. Как можно так низко пасть? Я видал вещи похуже. Спасибо тебе от имени всех моих пациентов. Нет проблем. До встречи. Прощай. Что происходит? Вы опоздали.
Нападавшие уже мертвы. А теперь прошу, уходите. Вы пугаете раненых. Арестовать и допросить всех нелюдей! Кто дал вам такой приказ? Наш командир Белая Райла! Взять их! Ты что, идиот, солдат? Уходи отсюда своими ногами, или тебя вынесут ими вперед! Умри, чудовище! Нужно выпить. Поверить не могу, что они хотели нас убить. Нужна помощь? Мне нужно добраться до кладбища на болоте. Там можно найти друидов. Без друидских лекарств половина этих несчастных не доживет до утра. Отлично, мне тоже туда надо. Проберемся. Идем через черный ход. Так мы избежим боя. Плохие новости. Я уже заглядывала во двор. Другой дороги нет, а эта кишмя кишит трупоедами. Это не проблема. Даже после битвы под Бренной их столько не было. Они уже несколько месяцев кормятся трупами жертв чумы. Их привлекло зарево. Там их еще больше. Это не наилучший путь. Если уж выбирать, я скорее предпочту встретиться с чудовищами, чем вмешиваться в чужую драку. Значит, это наш единственный путь. Идем. Thank you.
Все хуже. Держись, я вижу брешь в стене. Пора убираться отсюда. Теперь ей уже ничто не поможет. Скоро будем на болоте. Там должно уже быть безопасней. Боже мой, как страшно, аж поджилки трясутся. Ты храбро себя вела. Без тебя я бы этого не сделала. Куда тебя сопроводить? У меня есть несколько дел. В пещере друидов неподалеку отсюда я буду в безопасности. Ведьмак, ты в порядке? Я жив. Ты прибыл как раз вовремя. Тебе повезло, что мы проходили мимо. Я Яков из Альдерсберга, великий магистр ордена Пылающей Розы. Геральт из Ривии, как ты заметил. Ведьмак. Я знаю, кто ты. И я знаю о твоих делах из очень достоверного источника. Будь добр объяснить. Геральт из Ривии просит у меня объяснений. Тот самый Геральт, который всегда так щедро осыпает других своей мудростью. Извини, что не смеюсь. Не из неуважения. Просто шутки не понял.
Ничего я не собираюсь тебе объяснять. В отличие от тебя, я человек дела, а не слов. Меня так и разбирает смех, когда я вспоминаю твои псевдофилософские экзерсисы. Ведьмак, нас рассудит только время. Только оно покажет, кто человек, а кто чудовище. Что такое зло и как с ним справиться. У меня нет настроения разгадывать загадки. Или ты скажешь мне, из-за чего ты так озлобился, или мы простимся, причем довольно холодно. Извини меня, старые люди бывают раздражительными. Иногда мне говорят о твоих делах, и хотя я не всегда признаю твою правоту, но всегда слушаю эти рассказы с искренним интересом. И чем же я заслужил такой интерес со стороны великого магистра Ордена Пылающей Розы? Мне нравится знать все, что происходит в Тимерии. Только так я могу появляться в нужное время, в нужном месте. Да, кстати, спасибо за помощь. Ты не человек, но долг каждого рыцаря помогать всякому нуждающемуся. Это часть нашего кодекса. Звучит прекрасно. Очень жалко, что осталось так мало настоящих рыцарей. Честно говоря, я пока встретил только одного. Ты ошибаешься. Сожалею о твоей утраченной памяти. Я мог бы тебе напомнить кое-что. Я вижу, что Зигфрид счел своим рыцарским долгом доложить тебе подробности моей личной жизни. Опять ошибка. Зигфрид, сын Эйка из Денесле, никогда не сплетничает. Даже если бы он и должен был сказать мне, то это было бы только из чистого желания помочь тебе. Нет, у меня другие источники информации. И как имя этого источника? У нее много имен. И она капризна, как любовница. Догадываешься? Магия, ведьмак. Ага. Ты что-нибудь знаешь об Ордене? Орден — это идея. От основания до завершения — наша миссия, наше видение. Наша цель — новый мир. Новый порядок, который придет после Белого Хлада. Мир, в котором каждому будет воздаваться по заслугам, а не по праву рождения или связей. Мир, в котором сильный помогает слабому, а преступность наказывается по справедливости. Мир честных принципов и идеалов. Именно это представляет Орден. Ты знаешь, что любой может вступить в него. Крестьянин, купец, даже ведьмак. Рыцари не взимают платы за свою помощь, за благородные деяния. Они получают повышение. Я так понимаю, в план не включены нейтральные ведьмаки. Надеюсь, твое прекрасное видение не обратится в ночной кошмар. Надеюсь, когда пробьет наш час, ты все поймешь. Не смею задерживать. Однако не люблю быть обязанным людям. Ты оплатил свой долг. Не совсем понял. У нас нет времени. Ты мне ничего не должен. Конец отдыха! Стройся! Вызима ждет! Прощай.